Всем привет! Очередной обзор вкуса протеина от европейского производителя QNT. На этот раз вкус у нас банановый. Серия Light Digest. Что характерно по данной серии? Добавляется сюда BCA, добавляется сюда инулин, добавляется сюда клетчатка. И, как утверждает производитель, инулин способствует более лучшему усваиванию протеина. Так, смотрим, как это все у нас мешается и разводится. Способ применения. 2 мерные ложки 30 грамм растворить в 300-400 мл воды комнатной температуры. Полученный напиток принимать взрослым один раз в день между приемами пищи. Продолжительность приема 2-3 недели. Так, в данном вкусе у нас 77 грамм белка на 100 грамм продукта. Вскрываем и смотрим. Так, обычный однородный порошок. Так, это получается полуторная порция протеина. В шейкере 400 мл воды. Так, пены почти нет. Такой ядреный уже запах идет банана. Так, как же все-таки поближе он на запах. Так, ну запах достаточно такой агрессивно сильный, банановый. И такого спелого банана как раз, ну не знаю, прям сильнее, чем другие банановые запахи протеинов. Прям чувствуется на расстоянии полуметра. Ну да ладно, пробуем на вкус. Опять же, высыпало небольшое, вот видно сверху на пене, желтые такие пятнышки. Это как раз, наверное, волокна, которые не размешиваются. Ну да ладно, пробуем. Да, это как раз волокна. Вкус, кстати, приятный, такой не агрессивный совсем. Легкий, банановый и достаточно сладкий на вкус. Вот. И приятное послевкусие. Кстати, я банан не очень люблю в протеине. Но данный вкус, наверное, лучший из всех банановых, которые я пробовал. Обычно они такие более какие-то яркие и такие ядреные, которые буквально там пару раз попьешь, и он надоедает. Здесь он такой легкий. Вот, кстати, видно хорошо сами хлопья, которые присутствуют. Они, как я понимаю, нерастворимые. Вот. Ну, их чувствуется на самом деле, когда пьешь данный продукт. Так, такой обзор. У меня еще один вкус остался. Этот вкус однозначно мне нравится даже больше, чем по средней по серии. Где-то 4 с плюсом ему точно поставлю. На удивление, вся серия вкусная, интересная. И достаточно неплохая по белку. Вот. Все, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал и до свидания.